Ежегодно в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов Министерством социального развития Московской области совместно с госавтоинспекцией проводятся рейды по парковкам для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этого месячника осуществляется требование законодательства о социальной защите инвалидов. Именно такой, значит, мониторинг наличия и использования парковочных мест для инвалидов вблизи социально значимых объектов. Это, например, администрация, МФЦ, торговые центры, аптеки. У социально значимых объектов должно быть до 10% от общего количества, но минимум одно парковочное место для инвалидов. Одним из объектов проверки стала территория около детской поликлиники города Видное. Здесь таких мест несколько, и все они оказались заняты. Знак перед вами. Я понимаю, ну что такое, бывает, всякие бывают. Бывает, ну бывает, за это нарушение предусмотрено, понимаете, что делать. По риску состояния. В ходе рейда были составлены протоколы сразу на нескольких нарушителей. Они заняли места в зоне действия знака «Парковка для инвалидов», не имея на то правовых оснований. Санкции у нас предусмотрены Кодексом административных правонарушений. Значит, это статья 12.19, часть 2. Опять же, повторюсь, Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации, которая влечет наложение административного штрафа в размере 5000 рублей, а также задержание транспортного средства. Еще нескольких водителей проверили по базе, и оказалось, что они имеют право занимать данные места для стоянки. Подобные рейды на территории муниципалитета будут продолжаться. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.